Друзья, всем привет с западного Крыма, с дикого пляжа. Мне кто-то написал, что дикий пляж — это там, где ходят без одежды. Ну, сейчас, ага. Там, ну, детский пляж называется. А дикий пляж — это там, где за собой нужно убирать. Хотя вчера мы, когда приехали утром, тут четверо мужчин ходили с мешками и убирали весь мусор. Это было удивительно. Знаете, первый раз я такое вижу. Ну вот, чистый вот пляж. Да, убирают. Ну, некоторые, конечно, нерадивые, оставляют здесь кострище, знаете, бутылки. Еще море тут мусор выносит. Ну, убирается. Сегодня вода теплая. Сегодня воздух, температура опять до 30. Ветерок. Вчера было спокойно, а сегодня волны. Но водица прям вообще теплая-притеплая. Ой, как говорится, знаете, сижу на берегу. Как у нас песня там поется? На пляжу лежу, и в небо я гляжу. Чайки жирные летают там и тут. Вот, красота. Я себе, видите, кепочку поменяла на шляпочку. Решила, что такую красоту шляпочка должна украшать. Да. Ну, чайки смеются тут надо мной. А, сейчас. Ой, под меня прям волна подплыла. Хотите море посмотреть, да? Говорите, что на тебя смотреть? Ну, конечно, море. Сейчас я покажу вам море. Смотрите. Вода, кстати, чистая. Песок, правда, поднялся с этого, со дна. А так нормально все. А сейчас время уже к 4 часам. Мы решили, что утром слишком жарко. Быстро солнце наверх поднимается и жарко. Мы решили ездить после обеда пока. Тем более Роксик у нас вчера чего-то захандрила. Сегодня она восстановилась. Мы быстро приняли меры. Вот, смотрите, какое сегодня морешко. Классное. Но с морем надо быть осторожнее. Да. Море не любит тот того, кто его не уважает. Море – это море, его нужно уважать и любить. А я вам, дорогие друзья, дарю вот это. Это медуза. Видите, она прозрачная. Эта медуза не обжигает. Она, ну, безвредная, допустим, так. А если бы у нее были, пахнет рыбой, кстати, а если бы у нее были такие фиолетовые каемочки и фиолетовые вот эти щупальцы, то все, моей бы руке уже хана была, обожгла бы. А так, отпускаю ее, Черное море. У меня такая модная шляпка. Надоело мне носить кепки. Решила, что такую красоту украшать будет вот такая шляпка. Ой, и Роксик подошла. Все, ребят, всем пока. Пока.